Пострадавших и эвакуированных нет. Сегодня утром в Тюмени горел строящийся детский сад. Он находится на территории микрорайона Европейский в западной, в заречной части города. Клубы черного дыма, их было видно буквально во всех частях города, вызвали тревогу у горожан. Фотографии и видео с места ЧП многие очевидцы опубликовали в соцсетях. Я на этой стройке-то работал. Со стороны, если посмотреть, сварочных работок не было. Потому что там бы в окна сверкало. А так что попало, тут я уже точно не могу сказать. В 9 часов поступило сообщение о загорании на новостроящемся объекте в микрорайоне Европейский. Наши подразделения прибыли на место, обнаружили, что в новостроящемся здании на стадии стены фундамент происходит горение на первом этаже складирования утеплителя пенопласта объемом примерно 200 кубических метров. Пожар оперативно ликвидировали. В тушении было задействовано 8 единиц техники и 24 человека личного состава. Дознаватели устанавливают причины возгорания.